Здравствуйте, дорогие мои рыбы. Давайте посмотрим, что ожидает рыб в феврале 2022 года. Итак, достанем для вас три карты. Оп, еще одна бежит. И еще одна карта для рыб. Итак, первая карта у нас с вами — это шестерка чаш. Видите, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Эта карта всегда говорит о том, что кто-то из прошлого у нас возникает. Или мы уходим в какую-то ностальгию, в воспоминания. И у вас есть какие-то воспоминания из прошлого. Может быть, детские мечты. И сейчас самое время, в феврале месяце, пора воплотить эти желания в жизни, понимаете? Может быть, вы ездили в какие-то прекрасные поездки, они оставили незабываемые впечатления в вашей жизни. И сейчас самое время, в феврале, сказать: да была не была, хочу вернуться на этот остров, хочу вернуться в эту прекрасную поездку. У меня был отличный медовый месяц, у меня там была прекрасная поездка, вот тогда мы с мамой ездили. Действительно, бросайте все и езжайте. Это отличный месяц для того, чтобы совершить эту прекрасную поездку. Так что прошлое, в феврале месяце, дорогие рыбы, напомнит о себе. Возможно, вы встретите и старого приятеля, и бывшего возлюбленного, и коллегу, или коллегу мужского или женского рода по работе, партнера по бизнесу. Также, может быть, из прошлого вдруг неожиданная какая-то встреча произойдет, какие-то, не знаю, там одноклассники, однокурсники появятся, в общем, воспоминания из прошлого. Уделите этому внимание, потому что в этом месяце вы как раз сможете реализовать свои планы, в том числе и съездить на родину к родителям, и навестить знакомых, близких, или съездить в какое-то путешествие, которое у вас уже было в вашей жизни, вы хотите еще раз ощутить эти прекрасные воспоминания, эти прекрасные ощущения опять принести на себя. Так, дальше у нас восьмерка чаш. Чаши — это наши желания, любовные переживания, это наши возможности и так далее. Итак, по восьмерке чаш — это достаточно энергичное мероприятие, ведь человек там не сидит, не лежит, а движется. Это значит, вам, возможно, предстоит какая-то поездка по семейным или служебным делам, возможно, вот по этим делам, решение каких-то бытовых вопросов, возможно, у вас даже переезд по этой карте может быть. И видите, тут целый месяц, это как бы карты действуют в течение всего месяца. Может быть, получение какой-то командировки неожиданное, отпуска. В общем, карта перемещения. Туз мечей – это потрясающая карта, одна из любимых карт. Это карта, которая говорит: победа! Это карта удачи, это карта реализации ваших планов. Все цели будут достигнуты, вам удастся прояснить все непонятное, принять правильные решения. Это вообще очень хорошие карты для интеллектуальных людей. Так что все, что вы можете себе запланировать, не бойтесь, планируйте, все поездки случатся, все будет, пройдет хорошо, и все будет замечательно. Давайте из моей колоды Дзен Ошо достанем еще одну карту для вас, дорогие мои рыбоньки, и посмотрим, что же нам душевный Дзен Ошо скажет. А? Дзен Ошо нам... О, какая тут у нас мадама прибежала. Не надо бояться, ничего плохого здесь нет. Это Дзен Ошо таким образом изобразил, чтобы нам с вами было понятно, что не надо трястись над своим каким-то старым сокровищами. Видите, эта дамочка, она вся такая аж позеленела от того, что только и думает, как ей сохранить, как ей уберечь свои драгоценности. На самом деле, знаете, достаточно интересная карта. Эта карта призывает нас взглянуть на то, за что мы так сильно цепляемся, понимаете? Что нам кажется необходимо защитить крепостью, прям стеной,
Чтобы стать щедрыми, не нужно небольшого банковского счета или ларца с драгоценностями. Это может быть не так просто, как нам кажется. Это не так просто, как стать щедрым душой. Это достаточно тяжелое состояние. Это не про то, чтобы ходить и раздавать драгоценности, деньги другим людям. Нет, это про щедрость души идет речь. Наши драгоценности, наша любовь, забота, вот то, что внутри находится нас, они становятся с годами тусклыми, если мы ни с кем этим не делимся. Ослабьте свою хватку, будьте щедрыми и раздавайте свои щедрости, будьте широкой душой вот, человека, и все у вас будет хорошо. Хватит замыкаться в себе, хватит казаться таким закрытым, недобрым, недоброжелательным. Вы гораздо добрее и душевнее, чем вы хотите таким казаться. Давайте я вам еще достану, дорогие мои, еще одну карту из моего магического оракула. И вот она сразу и досталась для вас. Это карта вулкан, энергия мощная. И она, знаете, таким образом открывается мощно. И вот смотрю, у вас даже вулканом это выходит. Вулкан – это энергия тепла, энергия солнца, энергия радуги. Но в то же время вулкан – это разрушение, это жертвы, это какие-то стихийные бедствия. У вас, близнецы, двое в одном лице, поэтому ту часть, которая более добрая, как и по этой карте говорят, вы должны более ценная, вы должны ее больше выдвигать вперед, нежели ту часть, которая является алчной, которая является разрушительной, ее как бы нужно в себе гасить, да, гасить. Не отказываться от даров, которые вам жизнь преподносит, а смело двигаться вперед, потому что впереди вас ждет победа. Не бойтесь совершать какие-то поездки, воспоминания. Все, что из прошлого придет, все придет как нужно, как должно быть по законам жизни природы, по законам звезд. Принимайте это, позволяйте этому прийти, двигайтесь вперед. Двигайтесь вперед, не бойтесь, все ваши начинания принесут вам удачу. Это удача, карта победы, силы, славы, классная карта. Делитесь своими щедротами души. Внимание. Вот. И будьте как вулкан энергичны, вы в этом месяце будете энергичны, но будьте внимательны, чтобы никого не придавить камнями, да, аккуратненько, красиво действие произвели и никого не повредили. Желаю вам удачи в этом феврале, будьте счастливы, подписываемся на канал, ставим лайки, всего доброго и до новых встреч!